Тинополь. Мы выбрали еще до этого, 908 год, православие. Почему? Во-первых, они были едины тогда еще. Мы не знали, что будет раскол. Во-вторых, православная часть христианского мира была самая богатая, Константинополь, самая сильная, мощная. Но варвары пришли с востока и захватили Константинополь в 1453 год. Все рухнуло. И мы остались одни. Мы сирота в христианском мире. Вы специалист большой по востоку. Конечно, по Турции в том числе пришли, как вы сказали, варвары с востока, разрушили, значит, империю православную. Значит, но перед тем, как варвары с востока пришли, вы это тоже хорошо знаете, сначала пришли крестоносцы запада, да, и ослабили эту империю православную. А уже потом были нанесены последние удары, она была захвачена.